Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я на Тверской. Сегодня здесь проходит подготовка ко дню города. И я решила ее вам показать. Ну, собственно, если уж я здесь оказалась, и решила сама посмотреть, поснимать и показать вам. Я никогда не видела, как происходит подготовка ко дню города. Это как-то уже готовый продукт видела. Поэтому мне самое было интересно. И завтра, надеюсь, будет это все красиво, ярко и празднично. Ну, а пока Москва готовится ко дню города, по 775-летию. Я приглашаю вас на прогулку. Вот я предоставляю вам такую редкую возможность увидеть все еще до начала всех торжеств. Пока здесь еще нет людей, Тверская пустая, незаполненная. И я вам сейчас что смогу, то покажу. Такие конструкции здесь построили. Ну и завтра, если будет такая возможность, я постараюсь вам это все снять уже в праздничном варианте. Господи, эти вот, как их называют, самокатчики, прям вот убило бы. Прям вот убило бы своими руками. Вот. Это просто ужас какой-то, какое-то нашествие. Просто везде, вот везде, теперь нигде не пройдешь. Так, смотрим, что здесь у нас. О, какая красота. Быстренько все доделывают. Быстренько все доделывают. Так, ну, в готовом варианте увидите все завтра. Я сама первый раз вижу, как монтируют. Обычно всегда уже в готовом варианте все видела. Никогда не видела, как все это готовится. Здесь что-то связано, по-моему, с техникой. Здесь какая-то разная техника. Что-то тема в этом году такая. Обычно, знаете, была тема космос, потом была тема Москва, там вот эти 60-е, там вот эти годы, Советский Союз была тема, советское время. В этом году, по-моему, что-то связано с техникой. Где-то я читала. Точно вот сейчас не скажу, что именно, но... Судя по всему, так и есть. Вот так. Ну, я не буду, конечно, вам тут все вплоть до Манежной площади снимать, потому что нет смысла. Понятно, что... Смотрите, какие-то кораблики. Служба на водных объектах какая-то. И здесь тоже такой стоит кораблик какой-то. Вон такой красивый. Вот здесь еще вот увидишь. Просто так. Так. Здесь монтируют павильоны, сцену, конечно же. Кстати, концерты будут в Москве, как всегда, как и раньше. Это все было. Как-то, знаете, вернулось все. День города, пожалуйста. Москва в движении, вот тема какая. Все, что движется, в общем, все будет представлено здесь. Вот можете посмотреть и сравнить с тем, что будет здесь завтра.
Да, московские сезоны. Опять московские сезоны. Здесь что-то такое красивое, желтенькое. Сейчас покажу. Честно говоря, я думала, что сегодня уже будет готово. Потому что во многих, ну, в интернете, на некоторых сайтах написано, что с 9 числа, ну, может быть, к вечеру, я не знаю. Ну, конечно, официально день города завтра. Но написано было, что с 9 уже можно будет где-то что-то попраздновать. Но, увы, нет так нет. О, смотрите, здесь поезд метрополитена. Поезд метро. Видите, сейчас я вам покажу. Вот, взяли и понесли. Было сюда припереть этот поезд. Да. Поезд Москва. Притащили. Ну что ж, тоже транспорт, конечно. А как же? Так. Интересно, он завтра будет открываться, закрываться? Или просто так постоит? Да, обещает быть интересным праздник. Ну, конечно же, цветы и цветы. Как же без цветов? Обязательно цветы. Так, здесь какой-то тоннель. И так как тема, я так понимаю, праздника – это транспорт, значит, завтра, кстати, будет, я хочу успеть, не знаю, сколько у меня получится, хочу утром успеть, будет в 10 часов, ну, не то чтобы парад, слово парад сюда не подходит, но движение, такая будет эскадра, движение водного транспорта по Москва-реке. И это будет от Новоспасского моста, по-моему, до Воробьевых гор. Вот, и я очень надеюсь, что я успею. Ну, по крайней мере, постараюсь. Мне бы этого очень хотелось. Открытие будет в Заряде. Вот, честно говоря, наверное, если бы я не уезжала завтра, я бы сегодня бы не притащилась бы снимать на Тверскую. Но я очень боюсь не успеть. Мне очень хочется все объять необъятное, понимаете? Поэтому я здесь. Ну, тут опять сцена. Ну, это все стандартно, как всегда, как и везде. Во все, вернее, разы. Здесь вот эти сцены, они всегда обычно ставятся на одних и тех же местах. Вот, и сюда тихо-тихо так дошла уже до Камергерского. Вот, смотрите, как все стараются, сколько людей стараются для того, чтобы сделать другим людям праздник. Москва в движении, да. Москва в движении. Знаете, тут какая-то машинка. Москва в движении. Какая-то машинка. А, двигатель какой-то. Какой-то двигатель. Вот. Ага. Чтобы вы видели, здесь так вот внутренности показаны. Это двигатель УЗАМ 412, производство Уфимского завода 67 по 2001 год, Москвич. Вот здесь вот все, и двигатель, ну, конечно, должна была приехать машина, и двигатель, и салон, все здесь показано.
Вот, все технические характеристики. Так, вот эти вот навесы, это обычно фудкорты, кто не знает. О, тут такую арочку поставили, смотрите-ка. Что-то такое. Чего написано? Ой, не вижу. Сейчас я увеличу, приближу. Что написано? Мосту. Дом моды на Кузнецком мосту. Вот. Зачем его здесь поставили, честно говоря, я не поняла. Но поставили. Ну, как-то так вот, да. И что-то там еще дальше. Сейчас подойдем. А цветов сколько, посмотрите. Вот какой-то красивый куб стеклянный. Красиво. Завтра там можно будет походить. Я так думаю. Красивая штука. Ой. Ну, дойду уже сейчас до конца. Чего ж тут? Не собиралась идти до конца, но дойду. Так, а здесь у нас вот чего. Красота-то какая. Смотрите. Ой. Что это такое? Пока непонятно. Но это все будет в цветах. Красиво. Опять сцена. Ну и сейчас я там дойду уже до конца, завершающий этап. Ну, должна сказать, я, конечно, не знаю, как это будет выглядеть завтра, но обычно бывало поинтереснее. Поинтереснее. Это лично мое мнение. Никому его не навязываю. Но мне так кажется, что вот я практически каждый год хожу на День города. У меня такая традиция уже. Ну, конечно, сейчас тут нет этой анимации. Вот эти не ходят всякие костюмированные люди, которые обычно ходят. Конечно, но вот даже уже по декорациям, но пока то, что вот я увидела, может быть, до завтра все это будет, конечно, в готовом виде смотреться иначе, но вот пока мне так кажется, что все-таки было более... Ну, сейчас время такое, я все понимаю, время такое. Это гоночная машинка. Смотрите, какая. О, и там тоже какая-то гоночная машинка. Все снимают. И я тоже тут как бы со всеми вместе. Блогер. Типа... Но это уже как бы современные годы. Обычно сюда начинается, исторически идет от Пушкинской, и уже вот сюда, к Манежной, уже подбирается к современности. Обычно так. Вот, я дошла уже до конца. Здесь, я так понимаю, остатки цветочного джема. Все, что можно было сюда свезли.
Вот здесь такая зона цветочная. Причем она такая приличная. Цветочная зона. Цветочный джем 11 числа заканчивается, этот фестиваль. Ну и очевидно, что плавно некоторые вот эти березки и деревья переходят на День города. Ну, действительно, ну не пропадать же добру. Ну чего, красиво. Можно еще использовать, правильно? Вот. Такие красивые сиреневые цветочки. Вам, наверное, не видно, темно. Вот эти. Так. Ну вот. Мы дошли до конца. Вот так вот Москва готовится ко Дню города. Сегодня 9 сентября. И я на этом нашу сегодняшнюю прогулку заканчиваю. Очень надеюсь, что завтра мне удастся вам показать праздник, день 80-летия, 875, короче, лет Москве. Всем спасибо, всем до встречи, всем здоровья, пока-пока.